из Мукачева, а я только собралась туда ехать отдыхать. Прям не знаю, что делать. Да вообще очень запутанная ситуация. Пойду к депутатам, разберусь. Сейчас вот лента пестрит просто новостями из Мукачева. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас безопасно туда ездить отдыхать? Мы никому не расскажем, только зрителям каналу СТВ. Я уверен, что безопасно. Але коли бачите людей в камуфляжі, то краще обходити цей бок. Ну, там ситуация локализована. Да? Я думаю, да. Не бояться ничего. Не надо бояться. Я думаю, що людям варто утриматися кілька днів до врегулювання цієї ситуації. Для того, щоб було безпечно, треба, щоб ніде не стріляли. Вы знаете, я думаю, у нас везде в Украине сейчас не сильно безопасно, потому что у нас тупой министр внутренних дел, непрофессиональный, и такие же милиционеры. А вот кто там виноват в этой ситуации, как с этим разбираться? Вы. Я? Ну, конечно. Почему я? Ну, все от женщин. Написано, все зависит от женщин. Да. Если у нас милиция злая и плохая, значит, женщины недостаточно ласковые. Так а кому надо тогда? Может, мы ему женщину приведем, и у нас в стране что-то наладится? Вы знаете, все будет идеально. Возможно. Там есть вина правоохранительных органов, которые крышевали контрабанду, и правого сектора, который стрелял из гранатомета. Для меня не принципиально, кто виноват. Они не имеют права с автоматами и гранатометами убивать людей, творить беззаконие. Как ее решать? Вот знаете, так, чтобы ситуация была разрешена, и народ оценил, что вот власть решила ситуацию. Треба всех, от самого верху до самого низу звільнить. И не только митниця, а и податківців, и СБУшників, и милиция, и прокуратура. Если человек взял в руки оружие и идет с оружием, это уже состав преступления. Наказать его надо. В любой организации есть паршивая овца. Она найдется везде. Фамилия этой? Всі, хто винні були, всі в цій ситуації мають понести відповідальність, незважаючи на те, чи ця людина з правого сектору, від банди Ланьо, чи з закарпатської міліції. Просто перекрити кордон для того, щоб ні наркотрафік не йшов, ні цигарки на Європу і так далі, те, за що нас постійно чомусь лає Європа. Я думаю, что будет непредвзятое расследование и люстрация тотальная и від сторони проведи службове розслідування, винного покарай, невинного поверни на посаду и вибачся з ним. Наконец-то надо ставить точку в этом вопросе. Сегодня депутаты были едины как никогда. И я верю, что эта ситуация разрешится мирно. А украинцам советую сохранять спокойствие и предоставить дело профессионалам. Целую вас, мои хорошие. До встречи.